Всем привет! Доброго здоровья! Мы приехали к блогеру Хутор Заморье и сегодня поготовим несколько блюд. Надеюсь, мы это все видео покажем. Может частями, может полным. Потому что у нас очень много людей, и их чем-то надо кормить. И много блюд, и много людей. Итак, поехали! Добываем огонь. Научиться спичками еще пользоваться. Надо их высушить. Вторая а, вот две я брал сразу, это пытался. Короче, ладно. Добываем огонь. И... Ты волшебник. Так как гостей много, их кормить надо чем-то сытным. Мы приготовим галенки в томатном соусе, точнее в соке томатном. Ставим казан и обжариваем для начала галенки. Для начала добавим чуть-чуть масла. Итак, налили масло, оно прогрелось. Добавляем галенку, обжариваем. Когда наши галенки обжариваются, мы нарезаем лук. Полукольцами обжарили с двух сторон, достаем и закладываем лук. Закидываем лук, обжариваем. Прошла буквально минута времени, и выкладываем наши галенки. Галеночку выложили, заливаем это все томатным соком. Ну, доверху заливаем водичкой, чтобы покрыло. Оставляем на мелкий огонь на 3 часа. Накрываем крышкой и забываем про это. Хотели добавить соль, но она не ломается. Так, добавляем соль. И приправок универсальных, моих любимых. Еще чуть-чуть соли, там все-таки 12 литров. Перемешается во время кипения? Конечно. Все. Не успел нажать на видео, как уже масло залили и начали снимать, точнее начали готовить шурпу. Так. Итак, масло у нас залито, обжариваем мясо, все по схеме. О, пришел помощник, будем закидывать ребрышки. Обжарили наши ребрышки, короче, мясо, все, что было. Добавляем воду. Сейчас немножко сольки, лучка. Закрываем крышкой, если есть крышка. И опять же на 3 часа забываем про это блюдо. Итак, залили воду. Забрасываем 2 лучка целых. И сольку. Тоже целые. Тоже целые. Все, крышечка есть? Да. Закрываем крышкой и ждем. Опять же, мелкое кипение. И опять же... Сколько времени? 3 часа. 3 часа. Мы делаем шурпу. Обычно на шурпу нарезают морковь крупно. Но я не люблю, когда крупно морковь. Я нарезаю всегда мелко ее. Нарезали картофель, лук, засыпаем всю шурпу. Перед этим засыпали приправкой. И сейчас немножко водички добавим еще. Закипит полчасика, и наша шурпа будет готова.
Наши галеночки сварились. Снимаем их. Достаем хотя бы одно. Здесь на свет как-нибудь попытаться. Вот она. Вкуснота. Так, достаем нашу галеночку. Это мясо будет только. Это мясо. Выкладываем. Я просто бульон буду пить. Чуть-чуть порезать слегонца. А я вот потом берем буду делать, нашу решеточку. Кладем, переворачиваем. И на минут 15 на угли. Так, у нас шурпа готова, уже стемнело. А если бы ты не подлежал? Осталось только наливать и подавать за стол. Еще? Прошло больше получаса, потому что огня не было. Моя. Стой, осталось это только моя, наверное, горячая, попробовать. Умеете вы готовить еще металл? Пока либо.